Дорогие друзья, всем привет! Сегодня с вами Никитос с канала Проект 18, и сегодня у нас на обзоре мотозащита, мотопанцирь Alpinstars Bionic Chest. За основу материала защиты здесь взят пластик, как на груди, так и на спине. Спина, например, идет такого, скажем так, шарнирного типа, да, защита, то есть неподвижна поясничная часть и подвижные две части, то есть часть лопаток и нижняя часть. Это сделано для того, чтобы защита максимально прилегала к вашей спине и не мешала, не впивалась вам, и при этом как бы максимально вас защищала, да. При этом жесткий пластик, то есть максимальная защита. В верхней части защиты спины предусмотрен такой, как это сказать, отсек для того, чтобы сюда монтировать защиту шеи, также альпинстаровскую защиту шеи. Далее защиты плеч здесь, как ни странно, они не пластиковые, это такая резина, причем достаточно такая мягкая резина, да, и при этом много сот там для того, чтобы все это проветривалось. Защита плеч идет вот на таких лямках, чтобы это все не натирало вам, да, где-то под мышками, еще где-то. И имеет регулировку, то есть можно плечи опустить чуть пониже, либо наоборот поднять чуть повыше. Что касаемо еще защиты спины, также много сот, и что с наружной части, что изнутри. Все для того, чтобы ваша спина дышала и меньше потела. Далее, на защите груди у нас большая красная такая пластиковая вставка, которая практически не гнется, да, она упругая. И идут по бокам такие уже, где ребра, идут уже резиновые такие вставки помягче, чтобы опять же ничего не жало, но при этом принимало как бы форму вашего тела. Идут вот такие защелки, как на кроссовых панцирях, все очень просто. Есть регулировка поясничного ремня, можно сделать защиту как бы чуть более прилегающую, можно чуть посвободнее. И ее, опять же, эту защиту можно одевать как изнутри на термобелье, да, а сверху одевать джерси, так и сначала одеть джерси вместо того же термобелья, а снаружи одевать эту прекрасную защиту. Панцирь сертифицирован по стандарту EN1621-3. Не нашел я, к сожалению, какой-то размер, но мы сейчас попробуем примерить на себя, чтобы было понятно, как это все сидит непосредственно на теле. Вот так выглядит защита непосредственно на мне. Чувствуется прям жесткая такая защита, да? Опять же, небольшой плюс того, что подмышки свободны, соответственно, все будет дышать. Я вам вот что скажу. Очень просто одевается и также просто и легко снимает. Соответственно, когда катаетесь где-то на трассе, запарились, быстренько скинули, ничего не нужно, никаких кучи ремней, всего две защелочки на поясе и плечи. Все, скинули, отдохнули, подышали, накинули и поехали снова. Дорогие друзья, ну это был обзор мотозащиты Alpinstars Bionic Chest. С вами был Никитос с канала Проект 18. Подписывайтесь на этот канал, комментируйте, если у кого-то есть такая защита, оставляйте свои отзывы, очень интересно будет почитать. Скоро увидимся!